Здравствуйте. Ну вот смотрите, вы них... можете на следующее заседание прийти и это все под протокол рассказать. Сейчас вы просто... А вы же меня опять как журналиста запишете. Там не указано, за какой год отец. Об этом тоже есть видео. Прекрасно. Посмотрите. Этом, подождите, да. Дайте мне договорить. Жалуются в опеку на семью, то есть переходят на личности. У них четверо детей, хотя приют Берегиня уже есть. Единственный приют в городе это для животных – это Берегиня. Ни рубля администрация им не выделяет. Наоборот, приезжает постоянно полиция, проверки, волонтеры, постоянно скандалы. Ну, вот такая ситуация. Подробнее смотрите на канале Сургутнадзор. Пожалуйста, знакомьтесь с материалами. И вправе обжаловать наше постановление в течение 10 дней с момента его фактического получения в полном виде. Сейчас мы вам зачитали только резолютивную. Человек не может перенести туда, сделать там крематорий. Они отказались представляться. Нет, список есть конкретно. Сколько так список это список, а кто эти люди, мы же не знаем. Так, у нас полиция этот. Фамилия, скажите, фамилия Николаевна. Вот. Полиция была. Что? Представьтесь. Какой фамилия у вас тут? Согласно закону о полиции, представьтесь, пожалуйста. Я не знаю, Саша, мне надо... Фамилию зачитай. А есть вот здесь? Людмила, нету. Ты фамилию зачитала? Здесь вы нет. Зуба, я читала. Но... Людмила, тебе показали удостоверение. Ты зачитала фамилию? Ну, я же ведь хочу все. Сотрудник полиции. Но Цупко-то нету здесь. Показания на родном языке, пользоваться бесплатной помощью переводчика, если таковая нужда имеется, делать замечания по поводу правильности занесения ваших показаний в протокол. Слушаем вас. Что вы хотите сказать нам? Так, двигаемся дальше. Подождите. Имеется документ с подписями соседей ближайших. Так. Дата проведения 16 июля и 23 июля. Продолжительность по одному часу. Вот это маска, да? Мужчина? Это маска. А подойдите, пожалуйста. Что? А, сертификат соответствия предоставьте, пожалуйста, на эту маску. Что? А где гарантия, что эта маска не опасна для здоровья? Не хотят общаться. Ну, это начинать уже надо, самое верное. Вообще сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте. Опять без значка. Здравствуйте. А вы в общественном месте? Пожалуйста, уйдите. Вы нам скажете все, что вы хотите. Тебе обратился человек в форме полицейского. Пожалуйста. Потребуй представиться и предъявить удостоверение. Я требую просто покинуть помещение. Людмила, потребуй, пожалуйста. Вы слышите? Покиньте, пожалуйста, помещение. Тебе обратился человек, похожий на... Я сотрудник полиции. Покиньте, пожалуйста. Удостоверение. Удостоверение покажите, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество, звание, должность. Не могу это. До полного ознакомления. Зубко Виталий Николаевич. Пожалуйста, покиньте территорию. Хорошо. До свидания. Перед заседанием лицам, участвующим в деле, разъясняют статью 51 Конституции. Учителем указанной организации является Болтовская Ангелина Игоревна. Так, сотрудник полиции, подскажите, пожалуйста, мы имеем право ознакомиться с комиссией? Вы нам... Они, Максим, если это комиссия, Максим, должностные лица, они должны предоставить? Он вас ознакомится все. Мы вам представили. Ко мне такие вопросы не задавайте, я не для этого есть сейчас сотрудник полиции. Который сегодня принимает участие в заседании, мы вам представили. Ты написал волеизъявление в шапку? Ну, это по заголовок. А в ниже квадратных скобках ходатайство и требования. Угу. О чем вы хотели написать? Об изъятии документов. А, вот, пиши. Требую.
Сейчас. Давай полицию вызовем. Так вот же полиция. Ну, бездействует же. Бездействует. Но. Полицейский, а вы можете удостоверить личность? Нет. Не можете? Нет. Отказываетесь? Я пришел совершенно для других вещей. Для чего? Для охраны общественного, для порядка? Общественного порядка. А где ваш значок? До свидания. Вам? О, отличный ответ. Можете представиться, пожалуйста. Он представился, есть данные. Все, все, не будем больше вам мешать, дальше. Совершайте дальше якобы правосудие. Правосудие, что ли? Право. Правосудие. Знаете, да, такое слово? В предоставленном случае из-за бездействия административного ответчика, рассматривающего обращение заявителя, нарушены права административного истца на получение в установленном законом срок мотивированного решения. Копия. Покиньте. Благодарствую. Что-то неправильно вам сказали. Они изначально. Они не дают собирать команду. Не дают. Вот это и есть. Вот гражданское общество. 5-7 человек достаточно, чтобы отстаивать права свободы человека. Покиньте, пожалуйста, помещение. А в связи с чем? Пожалуйста, покиньте помещение. А в связи я, допустим, не давал вам разрешения снимать меня. Люди тоже не давали. А вы при исполнении должности обязанности? Я сейчас вам говорю. Люди вам давали согласие на съемку? А никто не возражает? Вы не давал согласие на съемку? Никто не возражает? Пожалуйста, вы покиньте меня. Я журналист. Вы закончили снимать? Нет, я вот защитником буду у женщин. Вы меня выгоняете, что ли? Пожалуйста, покиньте, пожалуйста, сейчас помещение. А как я буду женщину защищать? Защитите. Это законное требование? Да, это законное требование. А назовите закон. Пожалуйста, помещение. На основании какого закона? Покиньте, пожалуйста, помещение. Вы требуете? Я требую покинуть помещение. А если я не выполню ваши требования? Вы не выполняете требования, я сейчас вызову наряд полиции. Подождите, давайте выясним. Пожалуйста, покиньте помещение. Максим, снимай меня, пожалуйста. Вы собираетесь применить физическую силу ко мне? Не собираетесь? Пожалуйста, покиньте помещение. Тогда давайте поговорим, пожалуйста. Покиньте помещение. Я вас услышал. Давайте поговорим, пожалуйста. Назовите, пожалуйста, ваши законы. Покиньте помещение. Законное дело. На основании закона о полиции. Какой пункт? Покиньте, пожалуйста, помещение. Не можете. Это законное требование. Тогда ваши требования незаконны. Пожалуйста, покиньте помещение. На каком основании? Я что-то нарушаю? Вы не слышите? Я что-то нарушаю? Хорошо. Алло. Хорошо. Вот. Вот что происходит. Сейчас наряд будет. А как я буду защитником у женщины, если меня это требует полицейский, вы это удалиться? Ну вот, смотрите, какие основания? Помещение покиньте, пожалуйста. На каком основании? Мотивировать. Но дело в том, что человек без маски находится. Закрыто помещение. А, выходите, чтобы маску надел. Покиньте маску, и выйдите. Выйдите, одевайте маску. Так, предоставьте мне, пожалуйста. А сертификат на нее есть? Пожалуйста, выйдите. И купите себе маску, если сертифицирована, какую вы хотите. 471 постановление, вы обязаны предоставить маску. Выйдите отсюда. Вы обязаны предоставить следствие. Еще раз вам говорю. На основании указания губернатора вы обязаны быть в закрытом помещении, в маске, в перчатках. Допустим. Тогда... Пожалуйста, покиньте помещение. Зачем вы голос повышаете? Еще я раз же с вами спокойно общаюсь. Покиньте, пожалуйста, помещение. Я же с вами спокойно общаюсь. Вы понимаете мои требования? Я вас понял, что вы хотите решить проблему по беспределу, не по закону. Еще раз вам говорю, покиньте, пожалуйста, я вас помещение. Понял. Я вас все. Понял. Оденьте маску и зайдите. Вот так у нас действует полиция. Я еще раз вам говорю, оденьте маску и зайдите сюда. Ваши требования незаконны. Законны все. Маску и перчатки оденьте. Я же вам говорю, согласно постановлению 471. Я еще раз вам говорю. Вы слушать не хотите. Нарушение указаний губернатора. Номер 48. Нет никакого. Пожалуйста, нарушения. Покиньте помещение. Вы не предоставили маску. Еще раз говорю, вот маска. Это не маска. Значит, пойдите, придите себе маску. А, дайте денег. У меня нету денег. Выйдите, пожалуйста. Ну вот, видите, выйдите и все. Все, я выхожу. Спокойно, без рук. Спокойно. А если собака, которая сбежит? Пожалуйста. Не подходите ко мне, пожалуйста. Я же вам сказал, что я выйду. Вы мне что, не верите? Выходите. Я выхожу. Максим, снимай со стороны. Пойдем. Чтобы рукоприкладства не было. Можно, пожалуйста, не трогать меня руками? Будьте так любезны. Ну, я соблюдаю. Нет, да? Не трогайте, пожалуйста, руками. Силу сейчас применили. Во, руками. Так, тихо. Администрация города Сургут. Что, одеваем маски и заходим? Ну, да. А? Да. Жесть. Нажали кнопку, вызвали. Там, да? Поехали. Вот это администрация. Вот это да.
Вот это общественный порядок. Благодарствую!